Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мутроза. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Redemption. Сегодня мы попробуем пройти игру, хотя бы разобраться в каких-то секретиках и разузнать тайну этого мужика, который нас куда-то везет. Давайте будем уже играть. Начинать идет у нас загрузочка. Мы сейчас побыстречку, по бырику все мы сделаем. То, что мы и так знаем. Это мы все знаем. Это мы все помним. Вот это вот тоже. Разные шняги. Так, здесь у нас пусто-мегусто. Мы движемся дальше. Сейчас будем тут обходить. Будем что-то делать. Там бабуля у нас сидит. Там что-то делает. А, вот. Ноги, может, мыть? Нет, что-то там творит вообще. Так, ну давайте немножечко хотя бы побежим, побегаем. Как мне остановить бег? Ага, все, вот. Так оно будет заполняться? Вот, вот так вот оно заполняется. Получше. Так. Чудище. Здравствуй. Заперто. Обойти здесь ничего сделать нельзя. Окей, мы двигаемся дальше. Вот тут можно как-то пролезть. Мы сейчас в ту комнатушечку наведаемся. Скримасик, здравствуй. Сейчас такое выскочит. Бац. Бабуль, привет. Уходишь сразу. Так. Ну что, погнали, будем что-то творить, делать, я не знаю, пройдем, не пройдем, потому что эта часть намного сложнее, чем первая. Но я так слышал, я не знаю, надо все посмотреть своими глазами. Так. Смотрим. Комнатушки, все мы проверяем. Все тумбочки, все прелюсти. Так, окей. Дальше, значит. Опять же проверяем все. Пусто-мегусто. Дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже пусто-мегусто. Ну, хорошо. Берем фонарик. Скримосик выскочил. Так, сейф есть. Ничего себе, он, по-моему, здесь не спавнился. Я вот не знаю. Ну что, выскакиваем в окно. Окей, двигаемся дальше. Здесь заперто, здесь даже обойти нельзя. Ну что ж, погнали к автобусу, я думаю. Так, о! Чуть не закашлял. Ты погляди. Ага. Фиг-то там. Ты погляди-ка. Нам нужно сначала подойти, а потом уже развернуться и бежать. Так-то заранее не получится. Бежим к автобусу. Так. Все, походу, исчезло. Вот здесь не переведено, я не знаю. Теперь нам нужно, наверное, вернуться обратно. Бабуля исчезла. А дверь закрылась. Ага, интересно. Так, окей. Значит, нам сюда. Здесь этот мужичара. Угу. Интересный. Заперто. Идемте, обойдемте здесь, что ли. Турюм-турюм-турюм-турюм-турюм-турюм-турюм-турюм.
Так, погнали, погнали. Сейчас будем все делать, тут и вытворять. Какие-то тут ульи, да? Или что-то такое. Или это мусорники? Нет, наверняка ульи какие-то. Так. Идемте сюда. Тут что-то было интересное. Наверняка. Раз тут была бабёха. Ага. Есть аккумулятор. Ну окей, мы аккумулятор потом возьмем. Еще наведаемся сюда. Записочка. Телевизор. О, здравствуй. Ты кто такая? Какая-то девушка, интересно. Исчезла девушка. Девушка, красавица. Так, давайте вы тут без своих приколов этих. Здесь тоже заперто. Ну окей. Нам, значит, сюда. Погнали, погнали. Сейчас будем что-то вытворять интересное. Наверное, нам нужно к этому мужичку. Фух, ну идемте, идемте к этому мужичку. Так, только вот куда я запись? И моя запись так двигается у меня. Как не знаю кто. Давайте немножечко побегаем, что ли. Остановись. Подыши, дорогой. Так. Можно открыть. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё он притих? Дядя. Ой, жесть. Окей. О, прячься! О! Блин! Чего-чего-чего? О! С фонарем идет! Это дед! Это походу дед! Только ты меня не лови, дедуль! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо! Фух! Ушел. Вы это слышали? Это жесть. Выпрыгиваем. Фух. Наверняка нам нужно возвращаться в тот домик, из которого мы пришли. Именно в самое начало. Вот он. Блинский блин. Куда он делся? Ну окей, я иду туда. Это жесть. Это просто жестяк. Ну что, идемте возвращаться туда. Аккумулятор с собой брать, я не знаю, да, нет. Мы возьмем, пожалуй.
Но мы как-то медленнее с ним ходим, нет? Так, где был тот дом, с помощью которого мы выбрались сюда? Походу, вот он, да. Ну это жесть, это прям, ух. Так, лезем. Чё ты не лезешь? Всё, мы залезли, может, нам вниз нужно? Такие медленные. Ну-ка. Да. Ой-ой-ой. Давайте хоть прочитаем здесь. Совсем-совсем чуть-чуть осталось не уснуть. Ночью здесь темно. Темно гуляет по двору оно. Страшно, очень интересно выглядит оно. Чудесно. Ты потрогай, подойди, быстро смерть свою найди. Не понял. Ой, что это такое? Опа. Нам сюда и походу. Ой-ой-ой. Ты погляди. О! Блин, что это было? Это чудище заморское пробежало. Или это бабка была? Если честно, не в курсах. Может, нам выбросить эту шнягу? Да мы с ней хотя бы быстрее. Так, найдем ее потом. Здесь есть подъемчик. Но мы же еще это не обследовали толком. Там что-то сияет. Фух. Ну окей. Мы эти шняги открывать не можем. Есть зажигалка. Так. Что-то было, я не видел скримера никакого. Заперто. Уф. Это жестяк, это просто жесть. Так. Ну если что, будем знать, что нам туда нужно. Так. Погнали наверх. Помаленьку. Поднимаемся. Так, собака, уйди отсюда. Мешает мне только ролик снимать. Опа. Канистра. Могу взять? Ага, не могу. Опа, пикап. Тихо. Ты погляди-ка. Ой-ой-ой. Ну-ка. Все. Хорошо. Идемте за канистрой. Блин, тут нужно опять же сбежать на каком-то уже пикапе. Если я правильно называю название. Так-то фонарик, я думал, что-то лезет за мной. Канистра. Фух. Канистра. Иди ко мне сюда. Канистра. Пикапчик залезай. Залезать еще в машину нельзя. Что-то такое там. Еще одна какая-то записка. Фух, читаем. Ты в детстве играл в конструктор?
Я просто обожал. Только каждый раз после моей игры мама очень громко ругалась на жуткий беспорядок. Так, мне влетело, а потом я к тому же никак не мог найти нужные детали. Умные люди говорят, что все проблемы из детства врут. Окей. Ключ. Чего? Это кто такой? Чего? Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот сюда. Это кто такой? Конструктор, что ли? Тихо. Нет! Блин! Продолжить. Зачем я вылез? О, дурак. Это жесть. Бабульки нет. Блин, зачем я вылез? То он там с фонариком бегает. Куда нам дальше? Сюда нет. Блин. Это жесть. Может, я тут что-то пропустил? Или нам наоборот нужно туда бежать? В подземелье это. Зачем я вылез, скажите мне, пожалуйста. Ну, окей. Ничего уже не сделаешь. Тихо. Вот он. Ой-ой-ой. Сюда, походу, идет. Или нет? Не-не-не-не-не. Тихо. Вот он там стоит. Блин. Блинский, блин. Что-то там охраняет или что? Я не пойму. Тихо, вот он там. А нам куда нужно? Нам нужно вот туда. Так, тихо. Нам бы еще пароль от сейфа узнать, вообще бы было шикардосина. Фух. Ай, да блин! Это жесть. Последняя жизнь. Ребята. Поход не пройду я сегодня. Но я хотя бы старался. Блин. Может,
сюда нам. Смотри-ка. Я тут еще не был. Там в подземелье эта шняга бегает. Ай-яй. Чего? Не понял. А он там бежит. Да беги ты. Блин, ребят, я сегодня не прошел. Но зато мы разгадали кучу секретов, просто уйму секретов. И в следующий раз я уже попытаюсь пройти, буду себя вести более нормально, умело, что ли, потому что я просто как-то выскакивал, и я почему-то только что не мог бежать, я не знаю почему. Мы узнали, что у этого мужичка есть какой-то монстряка, которого он, наверное, создал, какой-то жуткий, я не знаю, его сынок, что ли, вообще какой-то мутант, гомункул. Короче, на этом все, мы заканчиваем наш роличек, сегодня мы играли в Redemption. Надеюсь, в следующий раз мы уже пройдем эту игру полностью. На этом все, всем удачи, всем пока-пока.